Что ж, добрый вечер всем, кто сейчас смотрит этот эфир. С вами студия Бёрдхаус. Здесь за пультом режиссера с вами Антон Ильинский. Но я появляюсь, наверное, здесь сейчас только вот в эту секунду. Потому что мы находимся в университете Лобачевского в актовом зале. И здесь уже через, ну, по моим часам, через 30 минут, а по факту, наверное, минут через 40, начнется спектакль театра «Окно», как? Который называется, да, «Легенда о Нансе». И здесь у нас, уже здесь, находится наш репортер, который готов уже тоже вам показать и рассказать, что же происходит. Итак, итак, попробуем. Аня, как ты меня слышишь? Ага, так, тогда давай-ка тебе мы сейчас выведем в эфир, Итак, Аня, прием. Так, секундочку. Я как будто очень деловая женщина. Вот, отлично, отлично, теперь тебя слышно. Очень Супер. Даже хорошо. Ну, у нас пока еще в эфир особо никто не подсоединился, но тем не менее, так, вот теперь тебя видно совсем уже хорошо. Ты в прямом эфире, и что ж, что же у нас здесь происходит? Это что за место? Самое главное, что нас сегодня ожидает. Супер, мы находимся в университете Лобачевского. Это актовый зал, второй корпус. Сейчас здесь с минуты на минуту, а конкретно через полчаса, у нас начнется премьера, долгожданная премьера организации театрально-танцевальной организации «Окно». И это, правда, долгожданная премьера, мы ее ждали уже полтора года. То есть, как бы, полтора. Потому что карантин. Случился карантин, и мы перенесли нашу премьеру именно на сегодняшнюю дату, 26 сентября, нынче на дворе. И мы ожидаем гостей. Ребята сейчас, собственно, доделывают какие-то последние правки. Они доделывают декорации, доделывают свои костюмы в процессе. Они сейчас настраиваются, чтобы дать вам ту самую нужную энергетику, все те же самые нужные смыслы, которые зрители хотят получить. Вот, поэтому мы здесь находимся, мы здесь в процессе, мы ожидаем. Очень интересно, что будет, как это будет все выглядеть, как это все пройдет. Я на самом деле лично в предвкушении, я должна была также выступать на этой сцене, но я здесь, и здесь мое место. Мне очень хочется вам показать этих ребят, потому что они правда суперские. Они суперские, и у нас там кто-то ломится в дверку, там. Очень-очень интересно, кто же это там такой, очень красивый. Я сохраняю интригу до последнего, да? Нет, никто не придет. Дверка закрывается. Дверка. И мы крадемся. Очень-очень плавно. Здравствуйте. А кто это тут такой красивый? Может быть, к нам сюда? Давай. По ту сторону двери? Да? Очень-очень легонечко. Супер. Давай на нас. Очень, может, красивой подходкой. Вот она. Да, оп. Супер. Замечательно. Ну, привет. Привет. Меня зовут Аня. А меня Анаит. А мы как будто не знакомы. Совершенно нет. Ладно, если без шуток, то мы здесь собрались по очень важному делу. У нас наконец-то премьера. Мы очень долго ее ждали, и мы дождались. Ура! На самом деле ждали не только вы. Очень много ребят, и мне писали, и вот даже сейчас мне рассказали о том, что эту премьеру ждали, хотели, и вот сейчас мы ждем этих гостей. Как у тебя ощущения, как у тебя предвкушение? Поделись, пожалуйста. На самом деле я бы должна, по идее, волноваться, но у меня такое праздничное настроение, вот, и я предвкушаю ту красоту, которая будет на сцене, и что наконец-то зрители ее увидят, а не только мы. Вот, так что у меня праздник, волнения у меня нет. Здорово. Но мне кажется, хореографу, да, Анаит у нас на минуточку, хореограф, хореографу так и положено. С учетом того, что эта идея зародилась, создавалась уже такое большое количество времени, и оно того стоит. Да? Да, абсолютно Супер. Точно. Супер, классно. Тогда иди, я тебя не буду задерживать. Спасибо.
Я побежала. Давай. До встречи. Давай, супер. Классно, мы вообще-то с хореографом пообщались только что, на минуточку. Ничего себе. Вообще у нас здесь уже есть один гость, он проник сюда очень секретно и случайным образом. Это... А вы кто? Меня здесь нет. А, его здесь нет. Хорошо, мы тогда это корреспонденция, пойдемте. Собственно, мы хотим вам сейчас показать. Вот, собственно, это и есть наш замечательный зал университета Лобачевского. Он огромный, удобный. Мы очень благодарим университет Лобачевского за то, что он предоставил нам такую возможность здесь присутствовать, здесь выступать, здесь делиться своим творчеством. Здесь ребята, вот можно, например, увидеть, да, они немножко выглядывают из-за кулис, они готовятся уже считанные минуты до премьеры, они готовятся, чего-то нарезают, что-то пытаются сделать. Одним словом, творят. Очень красивые декорации. Я немножко в шоке, на самом деле, как у них это получилось. Мы немножко, да, это спойлер на минуточку, это очень секретная информация только для вас. Мы можем, да, продемонстрировать? Мы ведь можем, Иван? Вот. Собственно, это что-то невообразимое, мне кажется. Что-то очень непонятное в первую очередь. А чтобы понять, конечно же, это нужно видеть, смотреть, наблюдать, быть здесь и сейчас. Вот. Я думаю, что так. Супер. Давайте пройдем дальше. Здесь уже присутствует один зритель. И это не шутка. Это один зритель, который к нам сюда проник. Я думаю, мы подсядем, да? Супер, мы подсядем сюда. Очень легонечко, как ракурс хорошечно. Супер. Добрый вечер. Я так счастлива, что я пришла на этот спектакль самая первая. Как будто мы заставили ее так говорить. Мне кажется, я больше всех его ждала. Ну, не зря ты здесь первая. Вот именно, я об этом и говорю, что я самая первая, потому что дольше всех ждала, и у меня самые яркие эмоции были. Вот скорее бы, я жду это день, это число. Я чувствовала вот эту энергетику, которая шла из анонсов, из того, что переносился спектакль, что все его прям реально ждали. Как ребята по 14 часов в сутки вкалывали, чтобы он родился вот именно таким ярким. Я, не видя его, уже чувствую его. И это просто потрясающе. Прямо ощущение, прям жду ожидания чего-то яркого, действительно мистического и волшебного. Вау, спасибо тебе большое. На самом деле, правда, выглядит, как будто это какая-то постанова. Нет. Мы заставили тебя так говорить, это очень забавно. И я чувствую, я знаю, это правда не постанова. Это не постанова, я просто умею вести диалог в прямом эфире. Ничего страшного. Здорово, спасибо тебе большое. То есть, как ты сама узнала об этом мероприятии, об этой премьере? Об этой премьере я узнала из сторис одной прекрасной девушки, которая в Инстаграме ведет свой блог, которая раньше танцевала в этой группе. И не буду показывать пальчиком, кто это, да? Надо бы, а кто это? Это вы. Да? То есть да. Из моего Инстаграма узнала. Да, из вашего Инстаграма, вашего сториса. И вообще, я сразу зашла к ребятам на страничку, поняла, что это будет потрясающе. Я все узнала про этот спектакль, то есть я все прочитала mm-hmm. про него, про героев, о чем будет легенда. Ну, примерно как бы содержание я посмотрела, чтобы иметь представление, и поняла, что это будет супер. Вау, это очень здорово, на самом деле здорово, что все-таки, да, мир интернета, он нам помогает распространять, как-то, да, передавать информацию о том, что будет, что мы создаем. Это очень здорово. Это очень здорово, и я тебя очень благодарю за это, что ты поделилась, и я узнала о таком классном спектакле. Спасибо тебе большое, дорогая. Спасибо тебе, очень приятно. Обнимаю. Давай за ручку только так. Да, да. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Что, мы пойдем дальше? Да? Мы пойдем. Спасибо еще раз большое. Собственно, здесь у нас... Представляете, целая трансляция. Иван, вы видите Ивана, на самом деле, что он сейчас тут держит в руках, но я вам покажу, что у нас еще есть. Итак, камера номер один, камера номер два,
Вы представляете, да? Еще Иван в руках, камера. И еще камера, которая у нас анонсирует нашего Антона. Да? Пройдемся? Пройдемся до Антона. Антон, мы бежим к тебе. Я тебя вижу. Я с тобой наблюдаю. Гостем будешь. Пройдемте, пройдемте, заходим. Вот у нас здесь такая замечательная контора. Вот так, собственно, это все и происходит, да? Да, собственно, я уже в самом начале стрима тоже представился. Вот так выглядит здесь у нас пульт режиссера. Ну и, собственно, всем привет. Я Антон Ильинский, режиссер этой трансляции. Рад вас всех приветствовать, тех, кто еще, например, ни разу не видел наши трансляции. И да, вот Аня сейчас очень классно тоже все показывает. Ну, не знаю даже, что можно еще рассказать. Мы, конечно, предвкушении. Правильно. Да. В предвкушении очень интересного спектакля. По секрету мы уже видели репетицию, но просто зная по своему опыту, что... Не одна репетиция, она... Ну, если такие, как сейчас сформулирую. Все репетиции, они ведь такие... Что-то в них всегда идет не так. Но! И сначала, когда я в первый раз вообще увидел, ну, не в данном проекте, а вот в других, когда я вообще впервые попал вот так в закулисье, посмотрел репетиции, думал... Чё? А потом внезапно... Ребята как выходят уже выступать на сцену и просто как разносят все. Ну, вот мы... Вау-эффект. Да, и мы поэтому ожидаем тоже чего-то такого. И самое главное, друзья, что я хочу вам всем сказать, всем тем, кто сейчас здесь у нас, да, находится на этой трансляции, что насколько бы мы даже не пытались показать какую-либо глубину, а мы ее не будем показывать. Знаете почему, ребят? Потому что мы хотим просто, чтобы вы ознакомились с тем, что есть вот это. Придите на следующее выступление. Это реально стоит того. А если вы сомневаетесь, можете просто посмотреть эту трансляцию и принять решение. Ну а самое главное, конечно, это то, что оставайтесь с нами и пишите в чат, потому что у вас будет уникальная возможность после самого выступления пообщаться с режиссерами напрямую. Впрочем, вы уже можете писать вопросы, я все это запишу, и нашей очаровательной корреспондентке все передам через нашу систему связи. Супер, да, супер. Я буду ждать. На самом деле, мне бы хотелось пройти непосредственно на саму сцену. И мы плавно перетекаем туда. Тин-тин-тин-тин. Всем привет! Да, ребята тут что-то устроили. Вау! Ребята, вау! Очень быстро мы заглянем. Это прям супер секретная информация. Привет! Всем привет! Очень миленько, да, мы вам покажем, не затрагивая никого, ничего. Я немножко боюсь. Вау! Тут что-то плетется, здесь что-то творится, здесь что-то создается. Да, что-то создается, но это секрет. Это секрет. Мне сказали, что это секрет, они мне ничего не расскажут. Какие-то тайные ребята, конечно, здесь собрались, какие-то секретиками своими. Вообще караул. Так, я хочу найти человечка, которого я бы опросила. Боже мой! Мне чуть сердце не остановилось, капец. Ужас. Так, ладно, пойдемте, пожалуйста, отсюда побыстрее. Меня тут сейчас завербуют куда-нибудь. Так, здесь бардак, как и положено в закулисье. Вот все здесь есть. Здесь какие-то краски, здесь какие-то провода, тряпки, расчески. Ой, привет. Девушка, ну уж не надо показывать такое. Чего? Ну, здесь вся подноготная театра, собственно, мы здесь все собрались. Свиньи, вот, знаете, вот... Какие свиньи? Это творческий беспорядок. Почему я тебя оправдываю? Как дома. Пойдем со мной поговорим? Пойдем. Что ломаешься, Александр? Пойдем. На камеру особенно. Привет. Привет. Давно не виделись. Я опять сделаю вид, что мы не знакомы. Ты вообще, ты кто? Ты зачем сюда пришла? Рассказывай. Так, все, шутки в сторону. Хорошо. Очень здорово выглядишь, вообще суперская. Особенно в кроссовках, да?
Так и чего? Ну, кроссовки тоже часть имиджа. Все, пошел хоп, брейк. Брейк-данс, да. Очень классно. У тебя очень классные татухи и очень классный костюм. Ну, это все спасибо вот тому, кто рисовал. Мы чуть попозже подойдем и тоже расспросим на этот счет. Как у тебя ощущения? Сейчас будет премьера. Вы готовились очень долго. Вы готовились 1.5 года, а то и больше, уже считать, 2. 2 года ребята здесь создавали эту мистику, этот проект, этот шедевр. Как у тебя ощущения? Ну, тяжело, тяжело на самом деле. Целый год, да, почти готовиться к этому. То есть эмоционально ты как бы еще какие-то свои дела делаешь, и это все на, как говорится, как домик накладывается друг на друга. Но, как говорится, если уж начал, Санька забрать. Мне хотят Санька забрать. Давай прям чуть-чуть, да, ладно? Чуть-чуть. Так. Вот, но если уж начал, надо доделать, особенно подводить не хотелось. Как бы интересно снова оказаться в какой-то такой более эстрадной сфере, да, то есть арт, даже как у нас, театральный больше. Сразу вспоминаешь детство, как в детстве немножечко там эстрадными занимался, вот. Ну, не волнуюсь, стараюсь не волноваться, делаем, как говорится, все профессионально, стараемся, все увидите. Это самое лаконичное и прекрасное. Супер, спасибо тебе большое. Мне больше волнительно вот с тобой на камеру общаться, чем танцевать на сцене. Да, камера — это волнительно, но ничего в этом страшного нет. Ты себя отлично показал и все рассказал. Спасибо тебе большое. Давай, не буду тебя задерживать. Давай. Ну, еще увидимся. Все, давай, давай. Супер. Вот так вот, прикиньте, как миленько и здоровенько. Пойдемте. Мы не будем, ребята, мешать. Я думаю, что мы потихоньку двинемся в сторону наших зрителей. Они уже здесь нас ожидают. И мы плавненько убегаем, чтобы никого здесь не потревожить. Я тут плавненько еще потанцовываю. Итак, именно вот этот проход в скором времени заполнят наши зрители. Они еще не знают, что их ожидает. Они могут лишь только догадываться. Конечно же, непосредственное понимание того, что здесь будет происходить, можно ощутить только лишь находясь здесь. Поэтому я уверена, что после того, как закончится спектакль, и мы возьмем отзывы непосредственно у зрителей, они будут сногсшибательные. Я надеюсь. И я в этом уверена на самом-то деле. Поэтому пройдемте медленно, но верно. Посмотрим, что же там. Очень тихонечко. А там народ. Очень-очень аккуратно. Очень аккуратно. Люди потихонечку собираются. И здесь у нас живое подключение барабана. Это очень-очень атмосферно. Очень атмосферно. Мы легонечко покажем всех наших зрителей. Вау. Пройдемте на звуки. А у нас тут уже очень много знакомых, уже в очереди. Может быть. Хорошо, я все поняла. А у нас здесь непосредственно прямое включение. Вау, я на самом деле в шоке. Здесь очень много людей. Я думаю, непосредственно интервью с ожиданиями зрителей мы возьмем непосредственно, когда они пройдут уже в сам зал. Здесь пока такая обстановочка накаляется, все в ожидании. Можно еще раз это зафиксировать. Мне там мажут ручкой. И мы пройдем... Говорит, с кем-нибудь здесь пообщаться. А, мне тут вообще-то Антон, наш оператор, передает, что мы можем здесь с кем-нибудь пообщаться. И я уверена, что я знаю, с кем. Я вижу одного замечательного мужчину. И я уверена, что он захочет со мной пообщаться. Он меня не замечает. Здравствуйте.
Я бы хотела с вами пообщаться. А вы бы хотели со мной пообщаться? Давайте. А я опять сделаю вид, что я никого не знаю. Собственно, премьера. Меня хорошо слышно? Супер. Собственно, премьера. Какие ожидания? Они очень долго готовились, они очень долго к этому шли, очень долго пропадали вне дома кое-кто. Поэтому я думаю, что очень высокие ожидания. И судя по тому, как был организован предыдущий спектакль, который мне очень понравился, я, конечно, очень слаб в понимании самой картины, вот этого происходящего. Но как визуально это, конечно, великолепно. И я думаю, что сегодня они сделали акцент на таких африканских нотках. Это видно по Свете, которая сейчас играет на барабанах. Да и вообще по афише. Я думаю, что они всю душу туда вложили, раскрыли то, что хотели. Этника — это вообще, в принципе, очень интересный такой... Много я говорю, да? Нет, самый раз как раз. Я прекрасно понимаю, потому что для нас это что-то очень необычное. Этно, что-то восточное, что-то этническое. Это правда для нас необычно. Я думаю, поэтому есть такой интерес к этому всему, потому что для нас это просто другая картина мира. И я думаю, что и тебе понравится. Ты видел вообще какие-то репетиции, какие-то, может быть, истории ты видел с этими репетициями? Да, истории я все, ну, смотрел в окно, ну, у них в профиле. Вот, очень необычно. Я приходил к ним даже, когда они на стадион занимались, видел, ну, без естественно, какой-то экипировки. Просто сам такой процесс. Очень все круто. Здорово. А если не секрет, для кого это эти цветы? Для одного из хореографов, но я не буду пока говорить, для какого. Да, очень интересно, у нас же так много хореографов, особенно женского пола, да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Я надеюсь, что ты еще раз вдохновишься и еще раз увидишь какие-то новые нотки. Спасибо. Супер, пройдемте. Я бы хотела поговорить еще с одним человечком. И я его ищу, и я его ищу, и я его нашла. Оп, оп, оп. Привет, привет. Привет. Меня тут вообще это, окутали меня. Итак, я вижу одного прекрасного молодого человека. Еще одного. Я бы с удовольствием с ним пообщалась, если он не против. Нет, я не против. Привет. Привет. Я очень рад вас видеть. Я тоже тебя очень рада видеть, и я очень рада, что ты здесь с нами. Это очень здорово. Как ты? Ой, здесь оказался? Спустя 2 года я не мог не посетить это мероприятие, потому что 2 года назад я был сам участником этого проекта, и, ну, я просто не смог сюда не прийти. Вот. Надеюсь, это что был у вас, все будет классно, у вас все получится в 33 раза лучше, чем в тот раз. То есть ты думаешь, что предыдущая постановка была хороша, но вот это будет еще лучше? Еще лучше. А следующая будет еще лучше. А потом еще лучше, еще. Очень здоровский прогноз. Я думаю, что да, ребята правда очень сильно старались. Они готовились, и даже вот сейчас они репетировали, я это все видела. Я в шоке. Я сама в шоке. Да, и я надеюсь, что ты тоже будешь в шоке. Желаю вам удачи и желаю, чтобы весь зал кричал в конце. Несколько десятков минут. Спасибо большое. Я уверена, что так и будет. Спасибо тебе большое. Давай, до встречи. Кто еще не отметился, подходим сюда. Супер. Здесь обстановка правда накаляется. Я думаю, что мы найдем сейчас еще человечка. Поговорим, обговорим и сейчас все. Пойдемте. Меня тут параллельно какие-то организационные моменты спрашивают. Я тут всем отвечаю. Я тут, видимо, какая-то инстанция. И мы сейчас видим, как гости, зрители проходят в зал. Немножко волнительно, потому что это вот тот самый момент, когда все ожидания у нас переходят в зал. Это очень здорово. Все люди очень разных возрастов. Все люди очень разные сами по себе. Я в шоке. Я предлагаю нам вместе со зрителем пройти вперед.
непосредственно сейчас мы наблюдаем, что зрительский зал наполняется людьми, жаждущим театра, людьми, которые хотят увидеть, лицезреть творчество, искусство на этой сцене. Мы можем сейчас продемонстрировать, как, собственно, это все происходит. Я очень люблю такую немножко суматоху, когда все рассаживаются по местам, когда каждый ищет свое место. Да, это либо... У нас, кстати, электронные билеты. Мы высылали каждому лично либо на почту, либо в социальную сеть. Нету бумажного аналога. В прошлой постановке он был. Сейчас, я думаю, актуальна тема экологии, и все прекрасно понимают, что намного удобнее, когда это все в онлайн-виде. Собственно, поэтому сейчас все лицезреют свои смартфоны, видят свои места и рассаживаются сюда. Очень интересно. Я правда в шоке. Смотрите, как красиво. Очень атмосферно. Я предлагаю еще пообщаться со зрителями. Я предлагаю взять интервью, да, сейчас мне кто-нибудь откликнется, кто-то меня увидит, и это будет замечательно. Итак, я думаю, что я нашла человечка, замечательно. Привет! 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 Приветики! Так. Я бы хотела у тебя немножечко пораспрашивать. Ты готова? Давай, да. Смотри, у нас сейчас премьера. Угу. И ты здесь. Да. Что тебя заставило сюда прийти? Заставила Алексей Харитонычев. Ну ладно, это шутка на самом деле. Просто очень вдохновляет этот театр, и хочется посмотреть их работу вживую. Очень здорово. Ты как узнала? От Алексея Харитоновича, я правильно понимаю? Да, я занимаюсь у него в группе. То есть Алексей у нас преподает контемп, если что. И еще и хип-хоп. Это многогранная личность, как оказалось. Это очень здорово. И я очень рада, что ты здесь. Какие у тебя ожидания? Какие-то, может быть, есть представления, какое-то воодушевление? Поделись, пожалуйста. Ожидаю заряда новыми положительными эмоциями, это точно, скрасить этот пасмурный холодный вечер. Но я думаю, все будет круто. Я знаю этих ребят, очень многих, и я просто очень рада даже сегодняшним встречам, поэтому я думаю, все будет очень здорово. Удачи сегодняшним ребятам, которые будут выступать. Это просто восхитительно то, что они делают, они молодцы. Здорово, спасибо тебе большое, что так искренне поделилась. Приятного тебе просмотра, ты можешь усаживаться на свое место. Благодарю. Я думаю, что до встречи. Да. Итак, мы наблюдаем суматоху, очень такую трепетную, замечательную. Я очень сама в предвкушении. Я думаю, что мы сейчас еще походим, покажем вам, как здесь все, какая здесь атмосфера. И если что, поговорим еще с кем-нибудь, да? Пойдемте. И народ потихоньку доходит. Здравствуйте. Все такие улыбчивые, все такие заряженные, все в предвкушении. Это так здорово. И там идут замечательные две девушки. Они все так улыбаются. Привет! Привет! Вы вас показывают по телевизору. Вау! Вы рады? Да. Это замечательно. Давайте мы чуть-чуть пройдемся на меня. Конечно. Вообще, пожалуйста, проходите. Вы красивая. Спасибо. Итак, пройдемте. Девчуля, я от вас не отстану. Слушай, у нас сейчас идет прямая трансляция. Угу. Непосредственно. Прямая трансляция непосредственно перед премьерой. Угу. Нас будут показывать на Ютубе, в Инстаграме,
и ВКонтакте. Вот, поэтому вы прославитесь, это точно. Это прям 100%, они, видите, они тоже воодушевлены. Да, мы очень рады. Я ждала этого всю жизнь. Вот, я хочу передать привет маме, папе, всем, кто меня знает, всем, кто меня не знает. Всем привет. Хочу задать вам такой вопрос. Вы пришли, у вас здесь кто-то выступает? Какой хороший вопрос. Ты попала прямо в точку. Я не знала. Мы сейчас расскажем. Мы пришли не просто так. У нас здесь выступает наша очаровательная, невероятная, прекрасная, лучшая подруга Вера Новикова. Я даже по этому поводу надела очки, чтобы точно ее рассмотреть, разглядеть, увидеть, налюбоваться. Вот. Вау. Я так рада, что это все передается от друзьям к друзьям, и это замечательно. Вы вообще как? Вы вдохновлены? Вам откликается эта тема? С чего вы ожидаете? Давайте вот так, если что. Бубнов. Ничего не понятно. Просто каких-то ощущений интересных, неинтересных. Чего-то необычного. Интересно же, как через танец вообще можно передать что угодно. И как оно все выльется, и во что. Вот, поэтому никаких ожиданий называется. Чтобы все на месте составилось. Это очень здорово, и на самом деле, мне кажется, что так правильно. Без ожиданий легче живется. Да? Да. Замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы такие уже классные. Спасибо. Я думаю, что мы еще с вами поговорим после. Да? Да. Супер. Спасибо вам большое. Приятного просмотра. Спасибо. Все, до встречи. Сестрюльки какие-то. Собственно, мы видим, как потихоньку наполняется зал. И начало у нас ровно в 18:00. Но на часах у нас 18:02. А это значит, что работает стандартное правило всех театров: вовремя никто не начинает. И в этом вся прелесть, потому что именно в это время... Итак, мы снова на связи. Здесь потихоньку приходят наши замечательные гости и зрители. И здесь пришла уже одна замечательная, прекрасная дама. И я бы хотела ее позвать сюда, к нам, на камеру. Да? Мне бы хотелось себя пригласить. Собственно, мы с тобой. Другая рабочая сторона. Я как дуть. Издержки, как говорится. И очень рада тебя здесь сейчас видеть, наблюдать. Непосредственно немножко инфосправка. Это Анна Житкова. Она делала тизер к этой премьере, к этому спектаклю, к этому проекту. Собственно, мне бы хотелось узнать твои впечатления и, может быть, какой-то секрет создания этого тизера. Обязательно посмотрите, можно увидеть его на наших площадках ВКонтакте, в Инстаграме, на Ютубе. Поэтому давай. Секрет – бесконечный талант. Нет, на самом деле, очень классная работа с ребятами, потому что ребята были готовы на все придумки, поддержка ребят, и вообще их вот творческий такой запал сильный. Поэтому я очень ждала, на самом деле, премьеры, несмотря на то, что она переносилась несколько раз. Наконец-то совершилось. В общем, удачи ребятам. Я надеюсь, что в этот раз все произойдет лучше, чем вообще в предыдущие разы. Хотя это сложно преодолимый рубеж, конечно, но я надеюсь, все получится. Все, не волнуй меня больше. Все, я больше не волнуюсь. Спасибо тебе большое, очень здорово. Давай, приятного тебе просмотра. Спасибо. Ускользнула вообще, как птичка. Итак, а я думала уже начало, я так испугалась, господи. Мне прям тревожно, очень тревожно. И я бы хотела сейчас сделать такой интерактив. Светлана, здравствуйте. Итак, у нас сейчас немножечко музыкальное погружение. Давай, прям от души. Прям от души. Как говорится, чем богаты. Давай, я в тебя верю.
Вау! Спасибо большое. Собственно, Света у нас здесь сейчас, приглашенный гость, замечательный наш, я бы сказала, даже коуч-тичер, потому что непосредственно ребятам всем производился мастер-класс от Светы по ритмике, по ритмическому рисунку. Вот. Спасибо тебе большое, это было, правда, феерично. Надеюсь, это будет впрок. Это будет впрок, и сейчас мне тут передают, что именно сейчас, в этот момент, мы начинаем наш показ и нашу премьеру. Приятного просмотра! Телефон в авиарежим. Фото и видеосъемка разрешена, но без...
Thank you.
Thank you.
сейчас только что прошла премьера. Меня на самом деле переполняют эмоции, я немножко заговариваюсь, я даже немножко расплакалась непосредственно в конце. Это правда было настолько феерично, и потихоньку все собираются, все в шоке. И я предлагаю нам с вами сейчас пройти за кулисы и на сцену, непосредственно пообщаться с нашими хореографами, с нашими танцовщиками и узнать у них, как они. Пройдемте. Очень много людей, очень много людей. Я прям кино. Да, вообще. Собственно, да, мы видим, что все обсуждают, все на кураже, все немножко на эмоциях, ну как немножко, все на эмоциях, и все просто в процессе обсуждения, и мне даже не хочется этого рушить, мне не хочется, давайте понаблюдаем, прям буквально полминуты понаблюдаем, как это происходит, все обсуждают, вот у нас что происходит на сцене, все обсуждают, все с цветами, все на эмоциях, вот что сейчас происходит. Это правда феерично, там уже идут фотосессии, что-то неимоверное. Это правда вау. Я предлагаю нам с вами сейчас выцепить, да, человечка, которая непосредственно стоит вон там, ровно за нами. Пройдемте. Я ненадолго ворвусь к нам. К вам, да. Сюда. Если вы не против, да, давайте встанем все вот так легонечко. Вот непосредственно наш участник. Здравствуйте. Как оно? Хорошо, очень хорошо прошло. Мне кажется, я надеюсь, что всем понравилось. Я надеюсь, что люди в зале почувствовали. Спросить у них, как они прочувствовали? Надо что-то придумать, хорошо. Нет, во-первых, это так интересно, когда у тебя друзья внутри всяких вещей. Вот. И та самая, о которой мы так много сказали. Вот. Поэтому, и с другой стороны, это же сложно, потому что не можешь посмотреть на все в целом, потому что вот так вот зумишь под подругу глазами. Вот. Но так, я в восторге от женщины в черном. От шамана, да, это правда было феерично. Я в шоке, непосредственно Вера участвовала и как член племени, так еще и русалка, та самая красивая, изящная, прекрасная. Мне хочется. Это была я. Я открою маленький секрет. Я заняла, ну не заняла, произошла передача места от Ани ко мне. Это был органичный переход. Это был супер органичный переход, и это был самый лучший переход. И я уверена, что я бы не смогла сделать так же, как это сделали вы в этом контексте. Это было очень органично, вы очень красиво смотрелись. Именно на этом моменте, я уверена, что вы тоже смотрели эту трансляцию, я была заворожена. Это было очень красиво. Меня переполняют эмоции, я плачу. Спасибо тебе. Спасибо вам. Тут уже все приходят, все. Хочется сказать вам спасибо, что вы пришли и вы поддерживаете ребят, участников и, естественно, друзей. Это очень важно. Это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста. Супер, спасибо. Еще увидимся. Пойдемте. У нас еще две прекрасные дамы покидают нас, и мы вместе с этим. Обратите к чату те, кто смотрит онлайн, чтобы вопросы задавали. Мне тут мой прекрасный оператор Иван подсказывает о том, что мы можем с вами установить контакт. Вы можете через свои смартфоны или ноутбуки написать, задать нам вопрос. Вы какой-то хотите задать вопрос непосредственно какому-то личному участнику или же к постановщику-хореографу. Одному из это Анаиде Ленян и Алексею Харитоновичу. Пожалуйста, я с удовольствием передам ваш вопрос, его задам здесь в прямом эфире. Буду очень рада. Поэтому пока в процессе ожидания мы пройдем дальше, пообщаемся с нашими замечательными актерами.
и мы попадем прямо на сцену, где только что это произошло. Такие красотки, зацените костюмы, зацените поближе, татуировки на минуточку, все, вот оно здесь, очень красиво, только что прошла премьера, только что, вот прям вот здесь и сейчас ваши эмоции, давайте. Как будто все не закончилось, но в принципе у нас впереди второй показ, так что мы ждем, не будем выходить из образа пока. Это очень правильно, это очень верно. 3 октября будет второй показ, и у вас будет возможность посмотреть на этих замечательных красоток, увидеть это творчество, увидеть этот проект, это детище прекрасное, замечательное, мистическое и погружающее. Так, Яночка, давай. Собственно, Вероника все сказала, поэтому мы еще волнуемся, мы еще вот до сих пор со сцены не ушли, до сих пор не переоделись, еще волнуемся до сих пор, как будто еще будет что-то, какое-то продолжение. Вот. Спасибо, что смотрите. Приходите 3-го. Кто не смог, приходите обязательно. Супер, спасибо вам большое. Я тогда вас тоже не буду задерживать. Можете, да, общаться и прочее. Я тоже пойду еще кому-нибудь. У нас здесь... Собственно, мы здесь сейчас можем с вами увидеть непосредственно одного из хореографов нашего замечательного спектакля. Да-да, это он! Привет! Здравствуйте! Приветики! Слушай, тут такой вот вопрос к тебе. Да? Ты готов? Я никогда, но... Не готов, конечно, но отвечу. Не готов, но отвечу. Мне это нравится. Такой очень важный тебе вопрос. Кратко, но чувственно. Как родилась идея спектакля? Прочитали сказку? Почитали. Много сказок. Одной из которых это, собственно, так она называется, «Легенда о Нансе». Это маленький паучок в Африке, который рассказывает истории и плетет свои сети. Из этого мы свою сюрреалистическую реальность развили. В каком смысле? Ну, то есть у нас нет привязки ни к оригиналу источника, но взяты некоторые идеи вот из африканского фольклора, из скандинавского фольклора. То есть это фольк. Да, я видела, было очень красочно, было очень ярко. Правда, я заворожена, просто, ну, мне даже, видишь, я запинаюсь, у меня нет слов. Мне хочется также еще спросить, в чем был ваш главный посыл? В чем был именно он? Это в первую очередь трудность выбора, который мы совершаем. Потому что по всей истории, ну, сюжета данного спектакля, данного синтетического балета, мы смотрим за развитием судеб двух героев, которые волей-неволей они стали, так сказать, избранными. И потом одна из них, грубо говоря, вот эта цена короны, которую ее в результате ей дали, она очень была для нее, возможно, и непомерна. То есть это тяжесть, это вот то, что за спиной осталось у нее, убийство, по сути, собственного брата, близкого человека. Вот. Но зато она стала вождем племени в данном случае. Сможет она за этим дальше жить? И не сможет. Это всегда груз ответственности и груз именно чего-то большего. То есть это цена власти по факту? Да, абсолютно. Очень здорово, правда, это передалось. Чтобы это увидеть, конечно же, это нужно прийти и увидеть. Это очень здорово, я правда в шоке. Хоть я и знала частично какие-то моменты, детали, да, этого спектакля, для меня все равно это было очень и волнительно, и... Очень, правда, очень, правда. Кто-то должен был танцевать. Не, это не я была. Это была не я. Спасибо вам большое еще раз за эту постановку. И мы обязательно увидимся еще 3 октября. Обязательно надо покупать билеты и это видеть, потому что, ну, иначе нельзя погрузиться, иначе нельзя это ощутить, нельзя это понять. Мы вот. Будем ждать. Правда. Спасибо большое. Итак. Супер, у нас есть один вопрос. На данный момент премьера закончена, но есть возможность приобрести билеты именно 3 октября, будет второй показ именно здесь, в университете Лобачевского, второй корпус, актовый зал. Мы вас будем очень сильно ждать, поверьте, оно того стоит. Очень рада за вопрос, спасибо большое, задавайте еще, с удовольствием на них отвечу, или найду того, кто мне поможет в этом ответить. Пойдемте. Еще есть вопрос онлайн. Замечательно.
включать, у нас есть еще один вопрос. Спрашивают, будут ли у нас какие-то гастроли, поедем ли мы в другие города. На данный момент в другие города поездки не планируются, но у вас есть возможность увидеть трансляцию, она в записи. Это отличная возможность погрузиться, увидеть, что конкретно ребята хотят передать. И в то же время, конечно же, у нас есть очень много зрителей, кто приезжает из других городов. Это такая замечательная возможность попутешествовать, посетить город Нижний Новгород. У нас в этом году 800-летие, кстати, да, минуточку. Вот, и очень рады будем каждому. Обязательно приезжайте. 3 октября будет показ. Очень рады. И медленно мы перетекаем и возьмем еще одно интервью у одного из самых главных персонажей у нас в этой сказке. Пройдемте. Мой-мой дорогой, мой дорогой, какой красивый. Итак, мне тут передали очень важную новость. Если будет очень много отзывов и откликов на непосредственно, да, вот эту трансляцию в онлайне, вы напишите, что вам понравилось, вы чем-то вдохновились, этого будет очень много, мы с радостью выложим эту запись трансляции в онлайне, потому что так она в закрытом доступе, к сожалению. Но если вы очень сильно захотите, конечно же, мы ее с удовольствием выложим. Вот, спасибо вам большое также за ваши вопросы. И я потихоньку перетекаю к одной очень прекрасной даме. Тут очень уместное слово «перетекаю», потому что эта дама немножко очень красивая. Давай мы просто полюбуемся на тебя. Я не буду задавать... Ничего страшного. Мы очень плавно тебе перетекли. Ты очень красиво выглядишь. Я заворожена. Как это правильно говорить по-русски? Я смотрела, правда, и твой голос у нас на минуточку было на премьере. Чуть-чуть, можно тебя попросить развернуться? Мы так, во, какая красивая вообще! Спасибо. У нас на минуточку на премьере и на 3 октября, это то бишь второй показ, у нас был живой вокал. Вы представляете? И вот эта прекрасная дама нам его исполняла. Как тебе вот такая интеграция? Понравилось ли тебе? Как ты себя ощущаешь в этом? В общем, в принципе, очень было интересно. И будет еще 3 октября интересно. Так что всех приглашаем, кто еще не пришел к нам сегодня. Вообще обстановка очень завораживающее. Вот, что я могу сказать. Очень таинственное, неожиданное. Вот. Спасибо большое, что поделился. Очень красиво. Мне кажется, мы можем, да, чуть-чуть поближе показать этот глазик, этот всевидящий глаз. Очень красиво. Представляете, да? То есть ребята делают творчество. Ребята делают искусство. Очень красиво. Спасибо тебе большое. Ты прекрасна. Спасибо большое. Спасибо. Тогда я плавно перетеку. У нас опять здесь какие-то движения происходят, да? Хорошо. Может быть, кратенько о том, как? О том, как. Ну, я уже ко всем подошла. Ребятам я уже всем все сказала. Что я могу сказать? Ну, кратенько.
потрясающе. Было передано очень много, на самом деле, тем. Я думала, что тема одна, а здесь, на самом деле, тем несколько. И думаю, что каждый по-своему будет ее понимать, потому что мы все разные. Но вот именно здесь шла и телесная, вот это донесение, и именно энергетический посыл. Ну, просто потрясающе. Мне очень понравилось. Я был момент, когда у меня даже пробило на слезу. Я думаю, что я не одна была такая. Но это очень трогательно. Просто ребятам огромное спасибо. Хореографу, режиссеру, сценаристу, кто написал это все. Я бы очень хотела почитать. Я думаю, ты мне поможешь, Анют, с этим. Я бы хотела почитать легенду, вот написанную сценаристом, кто написал. Прям очень бы прям хотелось. Шаманка просто вах. Просто вах. Это сила. И вот эти процессы, которые происходили с героями, конечно, они настолько яркие. Я всем, всем хочу сказать, где там вот это, да? Кто не был на спектакле вживую, даже если вы смотрели сегодня показ, вы многое потеряли. Приходите 3 числа и посмотрите вживую. Потому что энергетика та, которая идет не только со сцены, она идет со всего зала, она просто потрясающая. Музыка, это все приводит вот в такой вот вихрь эмоциональный. И это состояние, я не могу дословно выразить, насколько это круто. Мы понимаем тебя, правда. Спасибо тебе большое. Спасибо. Побежала, Аня. Спасибо тебе, дорогая. Спишемся. Опа. И у нас здесь с вами есть один замечательный хореограф-постановщик. Очень красивый. Очень-очень. И мы хотели бы, конечно же, сразу после премьеры взять у тебя кратенькое интервью. Да? Как у тебя ощущения? Все ли было реализовано то, что хотелось? И как, вот как ты себя ощущаешь в этом? Я там даже слезу пустил. Ты тоже? Да. Нет, ребятки вообще большие-большие молодцы. Вот, они, ну, отдались прям на все 100. Ну, и, естественно, как и бывает на репетициях, мы таких шикарных эмоций на 100% не видели, но на сцене это было прям вот, прям огонь, они все горели, они все сделали, и так что мы поздравляем себя с тем, что спустя... 1,5 года премьера состоялась, а начали мы готовиться, получается, в середине 19-го. Вот, то есть, так что еще один показ у нас, еще одни эмоции впереди, и будем готовить следующий проект. Пам-пам-пам, сейчас мы тут узнали какую-то конфиденциальную информацию, что будет еще один проект. Интересно, интересно, очень интересно. Спасибо тебе большое, спасибо за эту постановку, спасибо за эти эмоции, и спасибо за тебя. Спасибо вам за трансляцию. Но это мы еще, конечно же, проговорим. Спасибо тебе большое. И мы с вами можем чуть-чуть подсмотреть за ребятами. Вот они, когда все здесь вместе собрались, сейчас будут обсуждать непосредственно премьеру. Идемте посмотрим. Смотрите, они все одинаковые. Смотрите, они все одинаковые. У меня наконец-то возьмут интервью. Возьмут. Мама, я передаю тебе очень большой привет. Какой это канал? Это канал РЕН-ТВ. Так, Александр, спасибо вам большое. Очень прекрасно вы выглядите, все под цвет, все в этом. Как ваши ощущения после премьеры? Ой, слушайте, замечательно. У меня шли мурашки в некоторых моментах. Как паучки вот очень... так, да, расплетались. Вот так. Да, мне очень-очень понравилось. Я прям кайфанул. Да? Кайфанул, да, конечно. Вау. Вот. Ну, я ничего не могу сказать, кроме того, что я в восторге. Очень эмоционально, спасибо большое. Нам это было очень сильно нужно. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Смотрите на них! Вы только посмотрите, смотрите! Та-дам! Попали на фотосессию. Какие все красивые. Очень красивые.
Браво! Браво! Спасибо вам большое, ребят. Спасибо. Вы лучшие. Спасибо вам. Спасибо, что были вместе с нами здесь, сейчас, на премьере. И я опять вам напомню, что у нас будет показ 3 октября в 18:00 здесь, в Университете Лобачевского, актовый зал, второй корпус. Спасибо вам большое, что были с нами. И до новых встреч. Ну что ж, друзья, наша трансляция на этом завершается. Из этой операторской рубки, можно сказать, режиссер, продюсер трансляции, собственно, я, Антон Ильинский, студия Бёрдхаус благодарит всех тех, кто был здесь с нами, вы, зрители. Разумеется, мы очень горячо благодарим артистов, танцоров, хореографов, режиссеров и всех этих творческих ребят, благодаря которым произошло это сегодняшнее событие. Ну что ж, вы все слышали. Обязательно приобретайте билеты на следующее выступление. Подписывайтесь на каналы театра «Окно» и следите за всем, чем... В общем, все, что будет дальше. Друзья, ну что ж, на этом трансляция завершается. Всех обнимаю и всем пока.